Внимание! Данное видео транслируется без мата, но не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим 16 лет. Всем привет, друзья, с вами Стасенчик, это канал Стасенчик ТВ, и мы с тобой продолжаем проходить Genshin Impact. Сегодня мы с тобой будем проходить вот эти вот места. А как они у нас называются? Давай посмотрим. Бесконечная битва. А события, ну, здесь читать я не хочу. Как я понял, короче, нужно просто всех убивать, уничтожать. Сейчас посмотрим. Ой, нифига себе, а тут еще и что-то открывается. Через 2 дня, через 3 часа. А, то есть их в конечном итоге будет 7, да? Сейчас 3 открыто. То есть самый простой получается вот он. Рондо льда и грома. А я на какой поставил? Нет, соната вихри, не надо ее отслеживать. Вот, первый рондо льда и грома. Идем, значит, сюда. То есть их еще и будет 7 всего. Конечно, мотаю я. Причем 2 из них откроются через 3 часа. Как-то странно. Обычно в день по одной открывается. Точно? Подожди, или я что-то путаю? А, нет, одна из них откроется через 3 часа. А бронированная фаланга, это что это? И серебряная пуля против титанов, почему у нее времени нету? Ладно, не суть, важно. Побежали, изучим, я так полагаю... Так, кстати, да, надо персонажа поменять. Ну, естественно, нельзя в данный момент. Был бы... Ух, чуть на ветку не попал. Это было бы, наверное, так больно. Так. Давай поменяем на него. Хотя, с другой стороны, здесь воды так много. Может, на нее поставить? Я не знаю, какие просто враги могут попасться. И, наверное, стоит сделать вот так. Мы, наверное, стрелять во что-то будем, да? Так, тут еще легкий множитель, тяжелый и эксперт. Урон на реакции сверхпроводник увеличен на 100%. Сверхпроводник. Это вода и электричество, что ли? Сверхпроводник увеличен на 100%. Благословение импульса увеличен бонус крио. Увеличен бонус крио урона, физ урона всех членов отряда. Так, благословение импульса уровня 3. Крио, электро, гидромаг, электропохититель сокровищ. Так. Но на гидро мне нет смысла переключаться, я так полагаю. Так, игровое обучение. Это мы, в принципе, читали все в прошлый раз, но давай просто пробежимся вот так вот. Более внимательно. За отведенное время так нужно все это проходить. Импульс со временем истощается, надо собирать какие-то импульсы. Побеждать врагов берсерков или разбивать импульсные диски, чтобы получить импульс. Так, хорошо. Так, импульсные диски будут случайно опускаться во время испытания. Да, через гарпастом ветра нужно будет его бить. В течение 15 секунд он появляется, да, и будет мигать. Хорошо. Могут появиться враги-берсерки с восклицательным знаком. Да, победите их, чтобы получить еще больше импульса. Хорошо. Начнем. Вот так вот сразу, да? Бах. Бах. Еще мне дадите импульс третий? Или, похоже, я обойдусь, да? Ой-ой-ой, как плохо-то все. А можно мне выстрелить? Я очень бы хотел бы выстрелить. Спасибо. Так, и... Тут пока больше ничего нет, да?
А, вон я очки получаю какие-то. Так, хорошо. Правда, это капец сложно. Так, ну переключение персонажа у меня, в принципе, все перемещается. Хорошо. Так, я вижу противника. Крутого. Так, больше не вижу. Давай. Давай, давай, почему? Ужасно неудобно переключать. Так, время вижу. Так. Куда так много? Вот это ужасно неудобно, что постоянно переключение, вот это вот. Я не представляю, как это на клавиатуре выглядит. Наверное, еще более жестко. $1440 это серебро. Что? Так, подожди, а. А как выполняется? Так, начать испытание. Вот. А, 2000 надо набрать. Все, я понял. Ладно. Давай набирать 2000. Окей. A touch of frost. Stabilize. Swift and merciful. Spirit Blade. Attack. Так, опять появился. Да, удобнее переключаться на другого персонажа. И только после этого выполнять. В кнопках ты начинаешь путаться очень сильно. Так. Yeah.
Я, видно, слишком много времени изначально тратил. Так. Ах ты ж, зараза. Зачем я это сделал? Просто не спрашивайте. А, хорошо. Да ладно, я не набрал 1800 максимум. Ух-ух-ух. Окей, давайте еще раз. Какие-нибудь из них время прибавляют нам или нет? Вот вопрос. Так, дождем маг появился. Yeah.
Да, чтоб тебе... Ой. Косой, какой же я косой, а. Нет, нет, только не создавай опять свой пузырь. Так. В этот раз еще меньше очков. Вижу, что я не добил большого. Очень сложно. А как же так? Причем тут один начинаешь? Да, пропала. Так, если сейчас не получится, я попробую взять овцу. Не овцу, а козу. Так. А почему я огнем не пытался изначально здесь фигачить? Order guide you. Где там маг? Вот он маг. Надо от него избавляться в первую очередь. А где? Нету. Отлично. Не, ну опять я не успеваю. Не-не, не успеваю. Переигрываем. А как переиграть? А никак не переиграть. Как хотите, так и переигрывайте, да? Замечательно вообще, зашибись. О, как это раздражает. Не, ну тут без козы никак. Ладно, давайте с ней попробуем. А я захожу не туда. Так. What are my orders? Давай пробуй так. Но вот это вот приключение ужасно неудобное. A touch of frost. All hail,
Вообще не туда. Так. 50 секунд — это слишком много. Хорошо, давайте попробуем поставить. Почему бы нет? Ну вот это вот переключение, оно, по-моему, больше всего времени убивает. Как же это отвлекает, а?
Давайте меня замораживать. Не, ну я не успеваю. Это первый ивент, который я не смогу на максимум пройти. Но я не вижу смысла сейчас продолжать. А, прервать испытание можно, да? И как? А, ЛСРС это, наверное, все, я понял. Так, я не понимаю. Так, во-первых, давай посмотрим, что нас ждет за награда. А, ну, главное нам первый раз пройти, все. Третий раз, если не пройдем, не страшно, но, блин. Все равно давайте пытаться. А можно на тяжелом пройти, да? То есть есть такая вероятность, что можно пройти на тяжелом. Да, блин. И при этом получить 2000 очков, правда, что ли? Мне в это не верится, но давайте посмотрим. Да не, нереально получить. Давай еще полазим. Not this.
Да, зараза. Исчезает, плюс еще надо следить за этими мишенями сраными. Не, ну это бестолково, иди с... везея. Разницы почти никакой. Вообще никакой, просто не почувствовал. У меня есть же еще усиление. Мне нельзя об этом забывать. Сейчас я отхилюсь. Деда отхиливать не буду. Кролик здесь не обязателен. Давайте попробуем вот так поставить и сожрать что-нибудь. У нас же мы можем уже что-нибудь сожрать, наверное. Какие-нибудь усилители. Вот, например, у нас есть прекрасная еда. А на выносливость что мы можем сожрать? Вот, пусть будет вот так. И понеслась на эксперте. А, блин. Вот это прям. Что там, цель появилась? Да, есть. Исчезла. Ладно. Не страшно, появилась. Так. Вот почему не переключаешь? Так, раз. Submit for judgment. One with my blade. I will have order.
Let me leave you a bird. From whence you came? A touch of frost. Access denied. Submit for judgment. All hail. Know my sword. You're open. From whence you came? Forth, my blade. Другое дело. Фух, это очень сложно. Короче, будет чем заняться. Каждую серию мы будем мучиться на одной из такой фигни. Это просто офигеть. Это вот у меня, я не знаю, сколько у меня ушло на эту серию, где-то, ну, больше, наверное, мне кажется, около 30 минут я вот этой вот фигней занимаюсь. Не знаю. Ладно. Короче, вот так вот мы получили. Закрываем первый день. Я не знаю, что там с остальными будет. Это капец. Полный водоэлементалей. Это очень-очень сложная штука. Но я доволен. Я доволен. Давно я так не потел. Наверное, последний раз я так потел, когда был в бездне. Не знаю. Может быть, я последний раз так потел, когда вот с этими снидзями сражался. С тремя магу Кенки. Помните, там вот прям жестко-жестко был. И набирал, пытался максимум очки. Или... на этом, на океаниде, который усложнен, это у нас был. Ладно, короче, на этом заканчиваем. Всем спасибо за просмотр, всем хорошего дня, хорошего настроения. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если вам понравилось видео. И всем пока-пока.